довольно-таки популярный трейлер, если кто видел. Собственно, один из рядов ближайшего будущего. Это ужасно. Что, война? Зачем нам война? Давайте не будем тогда роботов надо делать, нафига на таких. Конечно, на светлое будущее. Зачем нам война? А я защищаться. Роботы от должны кого? Пиво приносить, да, не стрелять. Ну да, конечно. Что за пропаганда? Да не, мы что ж, пожалуй, начнем. Добрый вечер, меня зовут Александр Лифанов, я основатель проекта Drone Design, проекта по созданию персональной робототехники. И сегодня я расскажу, как создаются роботы, как можно самому создать робота. Я не претендую на эксперта по робототехнике, у меня нет профильного образования по робототехнике, но я занимаюсь этим из-за того, что мне это интересно, и по большей части то, что у меня получалось, как оказалось, на довольно-таки профессиональном и более высоком уровне. И сегодня я вам расскажу о том, с чего я начинал, к чему пришел и на чем я сейчас работаю. Можно следующий слайд. В процессе исследования данной области я столкнулся, точнее выявил три причины, почему технологии не могут быть приняты или не принимаются в существующем опыте, в существующем обществе. Первое – это незнание. То есть мало кто знает, например, из ваших бабушек, что есть 3D-принтеры. То есть та вещь, которую можно нарисовать, и через несколько часов вы получите там ручку от двери, либо чего-либо что-то еще. Второе – это лень. Да, я знаю, да, все хорошо, но нет, мне влом это делать по-новому, влом использовать какой-то новый софт или что-то еще. Самая актуальная проблема – это неприятие CRM и task-менеджер систем во многих компаниях. У меня есть подруга, она занимается
Она арт-директор в одной очень крупной компании. Я не буду рассказывать, дабы не скомпрометировать ее. Она несколько раз предлагала вести систему task-менеджера, ну или project-менеджмента. Но они сказали, нет, мне проще подойти к человечку, сказать ему, что нужно сделать, и потом подойти еще раз проверить, а потом посмотреть, если он не сделал, сказать, чтобы он еще раз сделал. Когда объясняешь преимущества, они говорят, да, это прикольно, но нет, я не хочу этого делать, потому что у меня есть устоявшийся порядок, мне лень что-то новое изучать или что-то еще новое поставлять, изучать, использовать и так далее. И третье – это ограничение территории. То есть даже сейчас в России я не могу заказать, например, последний девайс, который был сделан на Kickstarter, который я проспонсировал. Есть какие-то ограничения. Нам нужно заказывать, допустим, товары с Китая. И опять же, с Китая нужно заказывать Почта России, по большей части. Это решаемый вопрос. Это решаемый? Если с Kickstarter есть фирмы, которые за определенную плату, там, не знаю, процентов 10, оформляют с Америки, и ты получаешь. Ну, Шапито, например, классический. Там. Можно же отправить на адрес. Они растаможку на себя берут. Там нету растаможки, если до 500 долларов с Америки. Ну, опять же, ну и остальное тоже решаемо, но... Гемор, согласен, гемор. Самый ближайший пример, мы с моим знакомым, коллегой, решили собрать в рамках одного проекта несколько электронных девайсов. Заказали все на Экспарфане, собрали, все хорошо, в один заказ. Решили, чтобы это побыстрее заказать через DHL. Без разницы, на 1500 было дороже. Заказали через день, точнее на следующий день звонит DHL, говорит, мы не можем привезти. Говорит, почему? Потому что это электронные компоненты, а российская таможня не позволяет привезти электронные компоненты. И, соответственно, можно использовать только почту России, а пока она дойдет, пока она растаможится, пройдет там месяц. Соответственно, это в лучшем случае. Да, это в лучшем случае. Поэтому надо ехать в Силиконовую долину, видимо. Или в Китай. Или в Китай. В Китай ближе. Далеко. Плохая территория, сменить территорию. Как вариант. То есть со вторым и третьим я не особо могу помочь, что пока... После вхождения в ВТО это скоро, по идее, прекратится эта фигня. Амазон же уже возит сюда товары, как бы страхуют, значит, уже скоро должно быть. Ну и ВТО появился в России, но пока что ВТО. Дальше. Да, если со вторым и третьим я не могу помочь, то, по крайней мере, по вопросу незнания я могу просветить определенные аспекты. Да, можно следующий слайд. Итак, что мы представляем под роботом? Я не буду рассказывать о поисковых роботах, о определенных ботах и так далее. Я представляю под роботом именно физический механизм, который можно пощупать, потрогать, который существует в физическом мире. Что должно быть у робота, на ваш взгляд? Какие компоненты? Мозг. Мозг, да. Назовем его так, логика, управляющая логика. Интерфейс взаимодействия. Двигатель должен быть. Двигатель. Сердце, которое дает поток жидкости. Скажем так, назовем их механизм передвижения. Это может быть двигатель, это может быть... Электродвигатель, ДВС. Много есть вариантов. Газотурбинный двигатель. Именно. То есть механизмы передвижения как в воздухе, в воде, так и на земле. Интерфейс программирования. Все зависит, какого мы робота делаем. Мы же можем делать какого. Утрированно, абстрактно, к примеру. Какие варианты, какие могут быть? Все зависит от задачи. А согласно ТРИС, если вы помните, что самое лучшее устройство, которое... Выполняет функцию, но ее нет. Ее нет, да. Я знаю. На мой взгляд, под робота более-менее среднестатического можно свести следующие компоненты. Как уже сказали, управляющая логика, механизм передвижения, механизм взаимодействия с окружающей средой. Это могут быть лазеры, манипуляторы, обычные светодиоды и так далее. И то, что робот может сканировать и считать данные из окружающей среды, то есть сенсоры. В итоге у нас получается средства передвижения, средства взаимодействия, управляющая логика и сенсоры. В принципе, о таких роботах я сегодня расскажу. Можно следующий слайд. Я начинал, как многие, с Arduino. Многие знают, что это такое. Кстати, кто знает, что такое Arduino? Да,
Ну, мало ли. Нет, а... не все, далеко не все знают. Хорошо. Для тех, кто не знает или... Да, можно и так сказать. Arduino — это аппаратно-вычислительная платформа на микроконтроллере, которая позволяет создавать простые проекты из мира электроники. Самый базовый вариант, который здесь представлен, это мигающий светодиод, подключенный через резистор к выводу из Raspberry, а один конец другой к земле. В принципе, так называемый Hello World для электронщиков, точнее для ардуинщиков. Raspberry — это оговорка? Да, это оговорка, Arduino, да. Raspberry будет позже. Можно следующий слайд. То есть, наигравшись с мигающим светодиодом, я решил сделать что-нибудь, чтобы можно было перемещаться в пространстве. Нет, обычно колесная платформа. На Arduino подключен Motor Shield, к которому подключены два мотора, и установлено все на одну платформу. В принципе, получилась такая бегающая машинка. Дальше. Слайд. Нет. Надо на Arduino эту кнопочку сделать. Нажимаешь, и слайд сделаешь. Да, но просто бегающая вслепую машинка — это не прикольно. Соответственно, я взял, добавил сенсоры. Здесь представлен обычно ультразвуковой дальномер, сонар. В итоге добавил несколько строк кода. Получилась машинка, которая может объезжать препятствия. Дальше. Это тоже показалось мало. И в итоге я захотел управлять этой машинкой, например, с ноутбука, к примеру. А на сколько метров берет ультразвуковая связь? Расстояние, дальномер. Вот смотри, промышленные, да, есть дальномеры, они мерят 100 метров. И в сантиметрах даже расстояние. А вот такие на Arduino там 5 метров максимум. Почему? Ну так и цена, разница какая, в цене тут огромная. Нет, так я поставлю таких 50 штук и запитаю свой аппарат. Он будет, значит, вообще оцифровывать реальность. Расширение, да, я в курсе. То есть для долго будет сканировать. Ну будет сканировать, правильно? Почему? Ты не в курсе? По этому поводу. На сколько метров берет замер расстояния? В зависимости от каждого сонара и инфракрасного дальномера. В характеристиках устройства прямо в даташите написано, что минимальное такое-то, там, например, 3 сантиметра, и максимальное 15 сантиметров. В зависимости от этого расстояния идет градация. То есть на выходе ты считываешь аналоговый сигнал, используя формулу, ты получаешь, сколько сантиметров перед твоим ультразвуком, перед сонаром находится. Это все зависит от устройства, то есть от самого сонара. Ты можешь поставить, который будет, например, от 5 сантиметров до 5000 метров. Ну, если такое есть в реале. И, соответственно... Уже рамки какие-то, я не знаю. Вот, допустим, мы замеряем прямую поверхность, да? Оно отбивается, волна, и мы ее ловим нормально. Но если поверхность вот так под углом, мы уже не ловим прямой луч. Понимаешь, все соображают. Вот это лидар. Да, поэтому лидар разумеет. Лидар. Лидар, что лидар? Лазерные дальномеры. Лазерные, там разные. А, ну да, разные. Лидары. Да, по поводу лидара и как можно сделать так называемый лидар для бедных, я расскажу чуть позже. Так, по поводу Bluetooth. Есть различные варианты добавления модуля связи для Arduino. XP, Bluetooth, Wi-Fi, просто радиосвязь. Я остановился на Bluetooth с расчетом того, что можно потом, например, на смартфоне на Android написать приложение, с помощью которого можно управлять этой машинкой. Дальше. Да, небольшое отступление. По мере того, как я рассматривал различные технологии и прокачивался в робототехнике, появилась одна классификация управляющей логики. Первая — это так называемая логика низкого уровня. Это Arduino либо микроконтроллеры, которые могут быть использованы. К примеру, на различных роботах для МКС. В манипуляторах есть отдельные звенья, и в каждое звено есть либо шаг-выдвигатель, либо сервопривод, плюс микроконтроллер, плюс энкодер — это
сенсор, который позволяет считать количество угол поворота. В итоге, если на звено приходит сигнал о том, что нужно повернуться на 30 градусов, и погрешность в сервоприводе дает о себе знать, и получается, например, 29-31. Микроконтроллер, считывает данные с энкодеров, получает данные, что, например, не доехал или переехал, и возвращает нормальное состояние. В основном это контролируется через PID-контроллер, поэтому все более-менее плавно. Это так называемая логика низкого уровня. Логика высокого уровня — это как раз логика, которая выполняется на более-менее мощных компьютерах и системах. Это распознавание образов, OpenCV, построение карты, фильтр Кальмана и так далее. И появилась совсем недавно так называемая логика облачного уровня. Это когда один робот, который, например, летает, с помощью своих сенсоров строит карту 3D-карту помещения. И эту карту он закидывает в облако, к которому подключен другой робот, например, ездящий. Он считывает эту карту, позиционирует себя на ней. И когда к нему приходит сигнал, например, ехать в определенную точку карты, он просчитывает путь именно по этой карте и едет по ней. Либо можно, например, считывать данные с камеры, передавать в облако. В облаке будет происходить распознавание образов. Сейчас расскажу. Распознавание образов, например, определение фотографии, определение лица на фотографии, где она находится, и расстояние от центра. Эти данные возвращаются обратно на робота, и он, соответственно, может корректировать, например, и так следить за лицом. Да, вопрос. Что такое облако? Это центральный компьютер. Если его вырубить, не будет облака. А это абстрактное понятие облака. Ну да, это центральный процессор, куда отправляются данные. И откуда берут все дочерные, или как их назвать, роботы, информацию? Это есть облако. Да. Ну, это абстрактное понятие, но в принципе, да, ты правильно сказал. Можно скинуть, и чтобы оно обновлялось, правильно? Децентрализированное облако можно сделать. Да, да. Хорошо. Саш, можно вопрос? Да. Raspberry Pi тут при чем? Ну, вот мы видим слайд Raspberry, и к чему? Я его рассматривал как логику высокого уровня. То есть я к нему подключил камеру, на нем можно сделать базовое распознавание образов, например, тот же метод Виола Джонса, и, соответственно, на этом роботе этот робот может следить за тобой, например, поворачиваться в ту сторону, куда ты идешь. То есть Raspberry, в принципе, можно считать звеном логики высокого уровня. Да? Так куда подключать, к GPU или по Bluetooth? Откуда брали там, как на двигателе уже сигнал? Чуть позже. Да, можно следующий слайд. Следующее, что я захотел, это я захотел управлять роботом с помощью голоса. Среди существующих решений я нашел три, которые более-менее подходят для этого. Первое — это Julius, open-source продукт. Отлично работает с языковой моделью английского языка прямо из коробки, но очень геморно создать языковую модель русского языка. Поэтому у меня не совсем с этим получилось, а когда получилось, результаты мне не особо понравились. Sphinx гораздо лучше с русским языком, но я с ним особо не работал, поэтому много про него рассказать не могу. И Google Speech API. Это API Google, куда можно отослать поиск запросом flag файл с указанием того, какой язык распознается, и на выходе получить распознанную фразу. Яндекс недавно публиковал, что он открыл свой Speech API, но только для iOS и Android. Для обычных устройств, то есть для браузеров, он не работает, к сожалению. Юзер-агенты все. Ну, возможно. Я не практиковал. Ставить Android на Raspberry Pi, оттуда уже это косяться. Ну, то есть, если нет интернета, твой робот ничего не понимает. Так это долго. Да. В зависимости от скорости. На роботе будешь язык обрабатывать, в смысле, все эти функции. На самом роботе у тебя просто робот не вытянет. Почему? Raspberry вытянет? Нет, там же Linux ставится, в принципе. Так голосовая речь — это же набор этих, блин. Звуковая, как бы.
Вольтаж, волна. Да? Волна, да, волна, которую реально превратить в цифру. Зачем сразу не оцифровывать свою речь? Допустим, команду «Оп», оцифровал микроконтроллер и перевел да, по алгоритму. Это же реально, в принципе, но это проще. Да, это проще, но то, что ты сказал, это в принципе быстрее, да. Есть отдельные блоки для распознавания речи, как раз которые подключаются к Arduino, но они записывают порядка 10 слов, то есть 10 команд, которые можно распознать именно на самом микроконтроллере. Если нужно что-то более гибкое, например, для Google Speech API я реализовывал такой механизм, как установка будильника в определенное время. То есть говорю, там, поставить будильник на 5 часов, окей, у меня ставится будильник. Поставить список дел, первое, второе, третье добавить. В итоге вывести список дел, он не читает список дел, которые я до этого рассказал. То есть что-то вроде мини-Джарвиса. Так, можно следующий даже. Вот. На самом деле это чуть позже, но лучше ее коснуться сейчас. Это ROS, Robotic Operating System. Вот. По железу я упомянул, что есть Arduino, с чего можно начать, Raspberry продолжить. Есть еще вещи, о которых я расскажу чуть позднее, не более мощные. А что касается софта, есть несколько проектов, представляющих собой фреймворки по созданию роботов. Один из самых популярных и с хорошей документацией — это ROS, Robotic Operating System. Он работает на Ubuntu. Хотя есть экспериментальные реализации под Windows, под другие версии, под другие дистрибутивы Linux, но оттестирован он под Ubuntu. Писать на нем можно на различных языках, в основном это C и Python, C++. В нем есть множество уже реализованных пакетов, в частности, построение карты помещений. То есть, к примеру, как я говорил, вот простейшая реализация дальномера для бедных. Сонар поставлен на сервопривод, соответственно, он сканирует в радиусе, в диапазоне 180 градусов, на выходе получает массив по каждому градусу на расстоянии, которое, расстоянии препятствия, которое находится перед этим дальномером. Эти данные можно закинуть в ROS, дополнив данные о дометрии, если используется, если не ошибаюсь, Gmail пакет называется. Данные о дометрии. Да, что это? Это данные о передвижении. К примеру, это может быть, если эта мышка используется, то насколько мышка продвинулась вперед. Ну, то, что применяется в стандартных лазерных мышах. Если это, например, такой девайс, то есть платформа, здесь есть по 4 выхода с каждого мотора, энкодера. Можно рассчитать, насколько повернулось каждое колесо. Умножив на определенную константу, мы можем рассчитать перемещение, на какой угол и насколько вперед переместилась платформа или робот. Закинув эти данные в ROS, на выходе мы получаем построение карты помещений. Так, можем дальше. Да, сначала я пробовал на базовой платформе, но в итоге перешел да, вот к вот этому готовому шасси. Как оказалось, они быстро разбираются, и буквально продавец мне сказал, что это вот только-только что привезли, уже две забрали, это последнее, тебе повезло. И много проектов делается именно на этой платформе. На Devo-роботе, к примеру, можно ее взять за 2200. Так, можно дальше. А в чем преимущество? Во-первых, это гусеничная платформа. То есть, если запускать дома, к примеру, дома есть так называемые пороги. То есть обычная машинка, как колесная платформа, которая была показана ранее, она с трудом может их преодолеть. Это же спокойно их преодолевает. Плюс мощности электродвигателя хватает на то, чтобы вынести несколько килограммов оборудования на данной платформе. Встроенные энкодеры позволяют не заморачиваться, не делать свои энкодеры для получения дометрии, а использовать эти. Так что если заказывать или собирать самому, да, можно сделать более гибкую, более подходящую под свои нужды. Но если делать
брать что-то готовое и делать уже на готовом, если важна скорость, то, в принципе, это хорошее решение. Так, да, добавив Arduino, подключив Raspberry к Arduino, есть несколько вариантов. То есть можно через UART, через GPIO подключить. Я подключал просто через кабель, который от USB идет в Arduino и фактически является последовательным портом. И данные на Arduino принимал, считывал с последовательного порта, а пара скриптов на Python запущена на Raspberry, обеспечивала связь между Arduino и Raspberry. Подключив камеру, опять же, это обычная вебка, подключенная через USB, ужасный FPS, то есть порядка 1-2 FPS, и это нереально использовать. Что такое FPS? FPS. Frame. FPS? Да. Частота, да? Frame per second. Частота кадров в секунду. Да. То есть только недавно в России, ну как, может быть, в России уже давно, но, по крайней мере, в Питере, в Меги появился модуль камеры. То есть можешь на предыдущую вкладку? Нет, предыдущую вкладку. Вот, да. Да. Вот, собственно, здесь подключен именно к Raspberry. Raspberry по Wi-Fi передает данные. Точнее, на Raspberry запущен MGPEG стрим сервер, который. Смотри, какой пин! Вообще! А, это по интернету? Это по локалке. Ага. То есть по Wi-Fi он передает на ноутбук. Медленно, но намного лучше, чем... Ну, если стремителем не будешь управлять, он на режиме, правильно? Нет, не особо. Но если ты, например, уехал куда-нибудь из дома, а дома запустил этого робота, то, в принципе, управлять и доехать до кухни, посмотреть, выключен ли утюг, вполне машина, можно. Например, мы же не среагируем, да? Оп. Не, Raspberry для машины — это вообще жесть. Это пробовать можно, но я думаю, далеко не уедем. А для машины... Процессора или скорости передачи? Ребята, для машины делается контроллер, не только для машины, вообще для таких вещей. Называется Virtu.Real, на Хабре можете почитать. Так, у них контора так и называется, Virtu.Real. И вот они этим контроллером управляли автомобилем. Не, неважно какой контроллер, протокол передачи данных. Какой? Протокол у них свой там какой-то. Ну как свой? Радиосвязь, GSM, не, Wi-Fi. Не GSM, у них там Wi-Fi. Wi-Fi? Это ж близко. Но тем не менее, они успешно управляли автомобилем. Ну, близко все равно, 100 метров. Зачем не 100 метров? На сайте Virtu.Real ты можешь посмотреть видео, как они этим управляли, там есть примеры. Да. Хорошо, спасибо. Так, можно вернуть на презентацию? Следующий. Да, следующий. Собственно, что дальше? Окей, получили робота, который ездит, который показывает и, в принципе, управляется голосом. Что можно делать дальше? Следующий. Апгрейд. Если не хватает мощности, можно использовать... Можно следующий слайд. Да, помимо Raspberry, есть Odroid. В основном используется для роботов X2. Hardberry — более продвинутая версия. CupiPort, ну, тоже более продвинутая, но я к ней не присматриваюсь. Есть вариант PC Arduino. И последний, который наиболее такой вкусный, я не так давно на выставке, которая была в Ленэкспо, российский промышленник, общался с одним человечком из Трика. Они создали свой контроллер для в качестве первого прототипа. Очень хороший, вкусный и просто офигенный. Он стоит от 15 тысяч. Рублей. Вот. Но они также присматриваются к Юду. Юду — это проект, который не так давно закрылся на Кикстартере. И там фактически он в 4 раза мощнее Raspberry. Плюс есть на той же плате встроенный контроллер от Меловский и встроенное соединение с ним. То есть можно поставить софт, ту же Ubuntu, запустить Arduino IDE, и через устройство последовательного порта, которое уже есть в этой системе, закидывать софт, ну, прошивать этот контроллер. А на самой же плате есть около 50 пинов, которые можно использовать для подключения к моторам, к сенсорам и так далее. То есть фактически это может быть
А, там, кстати, есть встроенный Wi-Fi и Bluetooth. То есть это плата. Цену выбили на Kickstarter. Цену для пользователя. Я точно не помню, но что-то вроде 6-7 тысяч. По-моему, даже меньше. Ну вот. Но она действительно очень вкусная, но они только сейчас начали. Нет, 15 октября начинают рассылать предзаказ. То есть как только это появится, еще неизвестно. Но, скорее всего, я буду либо переходить на Android X2, либо на Yudu, что помощнее. Так, можно следующий слайд. Так, что касается сенсоров. Если надоели, скажем так, лидары для бедных, обычные инфракрасные дальномеры, и нужно более четко понимать, что перед тобой находится, можно использовать несколько вариантов. Первый, он здесь не представлен, это взять две веб-камеры и с помощью OpenCV, к примеру, построить карту глубины, то есть где какие проблемы находятся, где какие препятствия находятся. Есть два похожих сенсора, это Asus Action и Microsoft Kinect. Для обоих есть SDK, они формируют так называемое облако точек. И, кстати, в ROS есть уже готовые драйверы для использования таких данных. То есть просто подключается, запускается драйвер, облако точек может передаваться на один из вариантов пакета Gmapping для построения карты. Запускаете робот, и в итоге он ездит, но сам строит карту помещения. И вот недавно, он, по-моему, даже еще не закрылся на Кикстартере, это Structure Sensor, такой маленький сенсор. Он надевается на iPad, подключается через кабель зарядки, включается приложение, и вы фактически можете сканировать помещение, создавая его 3D-модель. Потом прийти в магазин, сканировать столик, поставить столик и посмотреть, как он будет смотреться у вас в квартире. Ну, это как они позиционируют. Я, разумеется, присмотрелся к нему в плане создания сенсора для роботов. Причем встроенный с помощью кабеля приложение SDK есть для iOS, но есть USB-хак, как они его называют, и открытый SDK для всех операционных систем. То есть в итоге его можно использовать практически для любых своих проектов. И следующий слайд. Помимо ROS есть open-source проекты, фреймворки для создания роботов Player и UrbiScripts. Есть еще несколько других, Microsoft Robotics Studio, по-моему, так называется. Но я ее не использовал, я с продуктами Microsoft очень давно не дружу, поэтому о них не говорю. По информации, которая есть в сети, это три наиболее распространенных фреймворка, причем ROS более распространен. И, насколько я знаю, один из разработчиков Player использует то ли ROS, то ли он раньше работал в ROS. Так, кстати, ROS создает компания VeloGarage, которая также поддерживает OpenCV, открытую библиотеку компьютерного зрения. Плюс они недавно выпустили робота PR2, который работает как раз на ROS. Робот классный, это наиболее близкий к концепции персонального робота проект, но стоит он порядка 285 тысяч долларов. 285? Да. Можно следующий слайд? Купил человечную машину и вертолет. Да, если не нужно делать апгрейд, а нужно наращивать функционал, то можно смотреть в сторону манипуляторов, то есть к средствам взаимодействия с окружающей средой. То есть что-то нужно захватить, переместить, нажать, открыть, то нужно использовать, скорее всего, манипуляторы. Они могут быть разные, на гидравлике, на механике и так далее. Причем, опять же, в ROS, да, я ее часто буду упоминать сегодня, есть ряд готовых пакетов для уже готовых манипуляторов. То есть можно купить, подключить, и фактически не надо решать обратную задачу кинематики. Обратную связь? Обратную задачу кинематики.
Еще ускорение, раз. Да? И перестройка. Есть две задачи кинематики, прямая и обратная. Прямая меня поправит сундуки робототехники, если я вдруг ошибусь. По заданному наклону различных сочленений вычислить расположение конечной точки манипулятора. То есть, например, здесь он соединяется, есть несколько звеньев со степенями свободы, вычислить, где в трехмерной системе координат находится, например, его окончание, сам манипулятор. Это прямая задача кинематики. Обратная задача кинематики — это когда ты знаешь, где ты находишься, где находится манипулятор, и в какой точке он должен находиться. И задача состоит в том, чтобы узнать расположение, взаиморасположение вот этих звеньев и выстроить их так, чтобы манипулятор, сам вот этот конец манипулятора, в конечном итоге расположился в этой точке. Там, где управляющий, да? В смысле? Управляющий механизм. Например, мы электронной рукой управляем, да? Если ты имеешь в виду захват, то да. Прямая и обратная связь у нас есть. Нет, правильно? Экзоскелет. Имеется в виду то, что у тебя каждый сустав управляется отдельно. Ты должен знать, где у тебя расположена сама рука, чтобы захватить, например, какой-то объект. А чтобы переместить ее, тебе нужно знать, куда ее надо переместить и какие данные нужно отправить на мотор каждого сустава. А, ну да, наши элементарные. Окей, хорошо. Тогда следующее. Можно заменить колесную или гусеничную платформу на шагающую платформу. Потенциально это более проходимая платформа, то есть они обладают более высокой проходимостью. Стоит вспомнить те же проекты DARPA, как Big Dog, Little Dog, Wildcat, Cheetah или Robot Code из Швейцарии. То есть все они достаточно быстрые и могут очень хорошо перемещаться по ямкам. Так, дальше. Собственно, что читать, то есть в плане изучения. Если начинать с Arduino, то есть два сайта, Arduino CC основной, Arduino.ru, это русскоязычный, плюс есть, если я не ошибаюсь, так называемый проект Arduino Projects. Да. Красная лампочка горит? Да. Значит, сел. Окей. Давай батарейку. Хорошо. На сайте Arduino Project представлены различные проекты, которые реализованы с помощью Arduino. То есть от базового там, включить-выключить лампочку по нажатию кнопки до управления газовых горелок, которые управляются под аккомпанемент какой-то музыки. То есть очень эффектно смотрится, когда реализуется фаер-шоу под Рамштайн. Или фонтанчики. Да. Светящиеся, да? Есть такое? Есть. Да, скорее всего, есть. RoboCraft и RoboForum. То есть два основных сайта, которые я читал, исследовал, изучал, когда начинал изучать робототехнику. Drone Design, собственно, мой сайт, на котором представлен ряд статей, то есть с чего начиналось, к чему это пришло, и как раз расписана часть по ROS, по подключению Arduino, по различным скриптам и так далее. ROS.org, основной сайт, содержит несколько так называемых туториалов по ROS и по различным пакетам, как их можно использовать, какие данные, основные модели, темы. И проект Udacity, или Udacity, я точно не помню, как правильно. Единственный проект, на котором есть два курса. Это Artificial Intelligence и Autonomous K-программинг, по-моему, так называется, по построению автономных автомобилей. В русскоязычном сегменте интернета я не смог найти более детального и понятного описания фильтра Кальмана, то есть где все разложено по полочкам, все хорошо. На Udacity все отлично, хоть и на английском языке. То есть даже если есть языковой барьер, по крайней мере, как объяснено там, все гораздо понятнее, чем в статьях на русском языке. То есть я рекомендую ознакомиться с вот этими двумя курсами именно на этом сайте. Можно следующий слайд?
Где брать комплектующие? Есть Робомаг, это магазин одного моего знакомого, который как раз... В Санкт-Петербурге? Да, в Санкт-Петербурге. Спасибо. Пожалуйста, Амперка. Это московский магазин, но они доставляют через 3 дня в Питер. У них есть один пункт выдачи на Александра Невского. По цене примерно как Мегаэлектроника и иногда даже дешевле. Чаще дороже. Смотря что. Сейчас уже все, подешево можно забыть уже. Я на фирму с Чипидип закупаю. Это вообще... Чипидип это бутик. Да. Ну и чего? Чипидип зарядиться можно. Там совсем... Да, в Чипидип... Там робот миллион встанет. Ну это, кстати, правда. Там действительно дорого. Я в курсе, дорогие цены. Но зато есть. И то с Москвы комплектующие. Надо разбирать старые мониторы, там полно всего и очень дешево. На уделку съедет. Он, кстати, магазин Робокрафта, шоп Робокрафт.ру, он находится вообще в Калининграде, но доставляют они Почта России. Так что, если у вас нет проблем с Почтой России... Еще такой момент, ну, да. Перебью. Есть такой сервис, по-моему, Шапотам, раньше он назывался что-то типа eBay Today, то есть он с eBay они постоянно дергали, вот они недавно открыли свою службу доставки, потому что многих их клиентов не устроила Почта России, вот. И вроде как у них, ну более-менее там, из Америки они за неделю, за две тягают. Вопрос, на eBay есть какие-то комьюнити, где вот люди, интересующиеся робототехникой, продают запчасти, там обмениваются, там друг у друга покупают, вот что-то такое есть? Не в курсе. То надо есть, поискать, может есть. Там различные кинекты. Не, там... eBay это не будет, откуда там же торговля в основном. Ну, не факт. На самом деле на eBay представлены еще товары из Гонконга, а там я заказывал несколько контроллеров для Arduino. Ой, нет, для Arduino, для квадрокоптеров. То есть, можно поискать. Да, то есть на eBay вполне можно найти то, что нужно. Мегачип, ну та же самая Мегаэлектроника. МК? Она еще работает, то есть работает, уже все. Работает. Да ладно. И она закрывалась буквально 2 недели назад. Нет, это шестерка работает. Нет, они продали стероэлектроники, поэтому не это дешевое. Это шестерка. Теперь это радио. В экстриме вроде есть набор. Ну, не делал экстриме, да. DX-то покупает все на eBay, а потом везет, собственно. Поэтому не дольше даже, чем с eBay. Нет, там можно за 40 рублей купить мешочек. Нет, да, это так, МК-90. Питерский магазин, его держит, по-моему, один человек, который сам делает устройство по лицензии Open Hardware. То есть я у него брал Lipo Rider, как бы все хорошо, отличное качество. Но он как-то странно ведет свою работу, потому что нельзя приехать забрать. Он, и то я забирал только через знакомого, который с ним знаком. Но он... Ну вот, но он товары распространяет почтой. То есть все доставляет. А? Закладывает. Получишь через Яндекс деньги, он тебе координаты скидывает. Да если бы, к сожалению, Почта России. Микроника. В принципе, магазин по ассортименту достаточно схожий с Мегаэлектроникой. Но я там закупаюсь редко. Он, по-моему, на Елизаровской находится, если не ошибаюсь. Черкасск. Есть Деворобот. Последние компоненты для робота я брал там. Да, конечно, пришлось подождать. То есть от 3 до 14 дней они доставляют. Магазин находится в Хабаровске. Нормально. Вот они из Китая тягают. Ну да. Мне нужно было срочно, я заказал через EMS. Да, конечно, переплатил, но они строго от 3 до 6 за 6 дней доставили, и с утра буквально через буквально перед выходом на выставку на Linexpo, которая была, раз мне звонок, вы такой-то, такой-то, да, мы сейчас придем, у нас доставка по EMS. В итоге на 6-й день с утра у меня же все компоненты есть. Везет. Мне из Москвы 2 недели EMS везло. В Питере есть хороший магазин еще. В Питере. Какой? Комплектующий робототехника. RFEShop.ru. Ценники примерно вдвое ниже, чем на той же Амперке или еще где-нибудь. Как называется? RFEShop.
Коллеги, поправьте слайд. Есть не больше 700 рублей. Но есть те же FixLED, которые я смотрел ранее. Может быть, действительно не дописано. По крайней мере, это те, которые я знаю, и, по крайней мере, либо покупал, либо знаю, скажем так, те, кто держит их. Насчет RFE, окей, хорошо, спасибо, я посмотрю. Может быть, действительно будет полезно. Но есть также питерский магазин FixLED. Там все, что меня интересовало, не было в наличии на протяжении нескольких недель. Поэтому туда я перестал заходить и смотреть, что там есть. Хорошо, можно следующий? Да. Более-менее я рассказал о том, что с чего начинал, к чему пришел, над чем работаю сейчас. Если же есть, например, люди, которые не хотят заморачиваться с электротехникой, с схемотехникой и так далее, но хороши в программинге или наоборот хотят разбираться в программинге и не париться с роботом, небольшой квикстарт, то есть как можно сделать быстро робота, которого можно использовать, например, дома. Это так называемый TurtleBot, можно сказать, программно-аппаратный комплекс, представленный из... Вон следующий слайд. Следующий. Да, из Kinect. Следующий. Да. ROS, который запущен на следующий ноутбуке, который стоит на следующий на iRobot Create. Это специальный продукт от компании iRobot, представляющий собой того же робота-пылесоса, но из которого вынута вся начинка, которая отвечает за чистку. То есть в этот раз, ну там сохранено шасси, датчики, подключение зарядки. То есть можно туда поставить свой либо микроконтроллер, либо плату, на которой будет производиться вычисление, подключить датчики, в принципе, будет та же логика выполняться на iRobot Create. Стоит он, хотя, если не ошибаюсь, то порядка 10 тысяч, сам вот этот девайс, но очень сложно найти в России. То есть, прям такие, чтобы заказать, я пока что не видел. Следующий. Разговорами, говорю, групповую закупку, наверное, устроить. Питер, iRobot. По-моему, только было одно объявление на робофоруме по поводу продажи iRobot Create. Но оно было давно и уже закрыто, то есть кто-то купил. Вот. Это как раз PR2, о котором я говорил, продукт компании Willow Garage. Для него есть множество готового софта, то есть его научили убирать за собакой, приносить пиво из холодильника и открывать по пути, разбирать носки, складывать в полки и многое другое. А если много пива, да? Это нужно модуль дополнительный. Ну, либо смотреть в сторону манипулятора. Главное не ошибиться в ходе. Назад перепутает с какой-нибудь открывашкой. Или, да, модулем очистки. Да, и можно следующий. Гораздо более простой и дешевый аналог PR2 – это робот Cuba. Опять же, очень сложно найти в России. Единственное предложение, которое я видел, было за 260 тысяч рублей. Dead Robot. Дороговато. С учетом того, что минимальная его версия стоит $500 на самом сайте, а максимальная – $3000. Ну, в зависимости от сенсоров и начинки. То есть за $500... Там буквально базовая платформа, то есть он ездит, пара датчиков расстояния и достаточно простая плата с обычным процессором. За 3000 вы получаете в качестве глаз веб-камеры плюс встроенный Asus Action сенсор. Достаточно мощную материнку, плюс все датчики, которые здесь находятся, потому что вот эти все точки – это в основном дальномеры. А он работает тоже на ROS. И есть определенная версия Ubuntu. Она урезана и выброшена все лишнее, но оставлена ROS, Julius, движок для распознавания речи.
Нет, не Сфинкс. Фестиваль для движок для синтеза речи и так далее. И это все ставится на него, и получается обычный домашний робот. По комплектации от 500 до 3000. Нет, имеется в виду, то есть домашнего робота собрать, то есть на базе какой комплектации? Ну явно не за $500, наверное. Подороже там бывает. В идеале я бы все-таки брал максимальную. Ну понятно. Они сделали специально, начиная с 500, что, например, вы покупаете, вот эту всю оболочку, базовые движки. Потом апгрейдиться же можно постепенно. Да, постепенно добавляя. Постепенно можно. Плюс, получая опыт, что с ним можно делать, какие варианты, на что он способен. Сделали один функционал, оттестировали, все хорошо. Взяли апгрейд, другую плату, более мощные датчики. Перекинули тоже софт туда же. Окей, он работает, плюс еще можно и наращивать. То есть, да, это все хорошо. Если говорить о TurtleBot, который был представлен ранее, ну что там, Kinect на Авито в Питере можно найти за 3000 или даже дешевле. Ноутбук, взять какой-нибудь мощный нетбук, сколько нетбук сейчас стоит? Десятку, наверное, более-менее. 10 000. Да, десятку. Можно было на планшетнике взять. На планшетнике Android, а ROS на Android не особо работает. Виртуалка есть? Нет, тоже нет. Если поставить Ubuntu, да, возможно, но не факт, что все пакеты в ROS потянутся. Все-таки ROS — это операционная система или фреймворк? Это мета-операционная система. То есть она работает поверх Linux? Да. Любого. Нет, Ubuntu. Она не реалтайм. Из реалтайм, то, что представлено, это только Urbi Scripts, но там свой язык. В принципе, его можно интегрировать с ROS, то есть это событийно ориентированный язык, его можно подключить и вроде как сделать. Но надо ли? По поводу цены 260 000 рублей. На гик-пикнике, когда народ про цены разговаривал, там люди не хотят 15 000 платить за форму. В этом у нас просто не настолько робототехника пока. Разве? Может, богатые люди как-то заплатят? А люди на самом деле специализированы, потому что если посчитать, сколько они там на всякую крымию кидают, то, может, вот этого и не хватает как раз. Просто туда никто может, не доносит, согласен. Нет, полностью согласен. Просто у них все уже есть, понимаете, вот у нас у меня нет. Есть коллега, я так понимаю, что, в общем-то, вопрос корпуса и двух веб-камер. Практически до такого уровня дошло. Да, если вы посмотрите, вот красная лампочка, которая мигает сзади, за ноутбуком. Да, мигает зеленый и красный горит. Это как раз один из вариантов реализации робота, который я делаю сейчас, проекта по домашнему роботу. То есть базовый функционал управления голосом, телеприсутствие, датчики дыма и огня и автоматическая зарядка. То есть он ездит дома, сканирует помещение, если что-то случается, сигналит, но к нему всегда можно подключиться. А сколько ты дешевле получаешь, если просто датчики поставить? Чем просто датчики. Датчики, во-первых, нужно ставить. Это, соответственно, либо ремонт, либо что-то еще. Да, я понял, по сравнению с умным домом. Умный дом все-таки нужно ставить, и дешевле навряд ли получится, потому что с умным домом, я не знаю стоимость датчиков, но если базовые хотя бы какие-нибудь там... Электричество, скрытая проводка, то есть сам контроллер. Даже если управление через X10 делать, то... Кстати, достаточно дорого стоят контроллеры, которые управляются через X10. То есть даже если его подключить в обычную сеть. У нас был проект на инфракрасном просто все это сделать. То есть у нас это диодок с импульсами, то есть что. Да, как вариант. Ну, дешевле всего получается. Да. Но опять же, в какую стоимость это входит? Так можно в обе. Просто нужен протокол нормальный. Все это делается. Просто это будет дешево. X10 это все. Есть на 433 МГц такие вот чипы. Да, на амперном потреблении. С учетом того, что многие из здесь присутствующих, я понимаю, снимают квартиру, то проблема установки умного дома в съемную квартиру стоит особенно актуально. Сначала дом надо купить. Так что можно проще купить робота,
Так на роботах разорежешь. Да не факт. Ну, это как бы просто разные системы. Робот, который мобильно движется по квартире, который может там поехать посмотреть, где там у тебя включил, правда, утюг или нет. Да. Это совершенно другая система. Это просто круто. Вообще, я общался с одним своим клиентом по основной работе, он бизнесмен. Он говорил, что, в принципе, если робот будет стоить до $300, то он более-менее актуален. То есть он даже его бы купил, если бы он стоил до $300. С Дмитрием Гришиным не общались, нет? С кем? С Дмитрием Гришиным. Ну, у него же Гришин Роботикс проект. Вот общались с ним? Не общались. Просто он... Нет, я имею в виду вот такую штуку сделать. Он же готов вкладываться. Да, но для этого нужен сначала готовый прототип. Мне Юра Лившиц, я как раз у него проходил графен, говорил, что если что, у меня есть контакты, можно выйти на Гришина, но ему нужно что-то показать. Соответственно, я пока работаю над тем, чтобы можно было что-то показать. Где над этим работать? Да, после... Гришин деньги покажет. А после чего уже можно говорить об инвестициях. Увидишь, какие деньги. Так, и, в принципе, можно следующий слайд. Это не совсем робот, это... довольно-таки популярная тема. Фактически шарик, которым можно управлять с айфона, менять его цвет и получать обратную связь с него. То есть... Я не помню. Зайди на robospace.ru, это как раз... А? Что? Нет, он не настолько прокачан, но им можно, его можно использовать в качестве управляющего. Мне просто интересно, обратная связь какая? Обратная связь с датчиком передается на iPhone, есть либо на iPad. Есть приложение, например, для управления космическим кораблем, который расстреливает пришельцев. Просто управляя и перемещая по экрану, точнее по экрану, а в воздухе этот шарик, датчики, которые сканируют, они реагируют и, соответственно, управляют... Программировать его можно? Да. Но надо... Или это только приложение? Типа Kinect, что ли? Нет, Kinect более прокачан по сравнению с этим. Есть отдельное приложение, которое позволяет записывать определенные действия для него. То есть можно, например, нарисовать путь, и он по этому пути будет двигаться. Есть, например, команды, которые можно выстроить список, ну, а-ля Scratch, к примеру, и он будет выполняться по этим командам. То есть запустил, он проехал, остановился, повернулся, проехал и так далее. А он взаимодействует с другими шарами? Маловероятно. То есть он подключается только... Он подключается по Bluetooth. Пришел он, давайте шарик. Со своим пришел, они подняли. Так, то есть они объединяются, бегут за тапочками вместе. Вот знаешь, как это концепт. Да. Собственно, по презентации все, но я хотел в конце показать несколько роликов. Виталь, можно ролики, да, друг за другом? Собственно, используется ROS, Kinect, закрепленный на квадрокоптере, вместе, если не ошибаюсь, вместе с лидаром. Те, кто смотрел Прометей, наверняка вспомнят эти шарики, которые строили карту помещений. Он в реальном времени строит 3D-карту помещения, в которой находится, плюс строит путь, вычисляет, куда нужно залететь, например, чтобы быстрее построить карту. Я, конечно, могу ошибаться, но судя по графике, это AirVis, это сделано как раз на ROS. Как в фильме «Прометей» смотрели? Именно. Вспоминаю Doom 1, там также можно было ходить, карту открыть. Да. Была почти что-то такая. Как демон. Ну, в принципе, это основная суть показана. Можно следующий. Вовремя ходит. Да. TurtleBot is a mobile robotic platform to help you fulfill your vision of what robots can do for you. Whether you're a beginner just starting to learn about robots, or you're doing bleeding edge robotics research as perception and multi-robot coordination,
The TurtleBot will let you build cool apps and share them with others. TurtleBot builds on top of an iRobot Create and an Xbox Kinect to give a mobile platform for seeing your world in 3D. TurtleBot is powered by the open source ROS platform. It comes with lots of great libraries, tools, and applications for you to take advantage of when you're building your own applications. It includes software for detecting and tracking people. Out of the box, you'll be able to build maps of your home, and then tell your robot to drive from your kitchen to your living room. It can also take pictures around your house and stitch them into 360-degree panoramas. For more information, please visit willowgarage.com/turtlebot. Это как раз TurtleBot, о котором я говорил. И его использование в кафе в Корее. Они заказы через приложение. Как проект, это очень довольно-таки круто. То есть именно в реальном бизнесе, в реальном кафе. Официантов, конечно, не заменят, но как проект для промо-акции вполне себе подойдет. Сколько человек потеряло работу? Сколько же ему делало людей? Да.
Так, можно заканчивать. Ну, в принципе, это все.